Окей, окей, с вами Шамки, и мы продолжаем проходить игру под названием Chasm. Окей, побежали, короче, в торговлю, еще раз попытаюсь. Я не знаю, на самом деле, как это выигрывать. Типа, да, я не сохранился, и поэтому я могу заново крутить. Я не понимаю. О, плюс 500. Окей. Короче, когда я вижу бар, азима 3 топора, да? Типа у нас. Так, тел, тел, бла-бла-бла-бла. Бай. Можно у нее одежду купить. У нас типа 900. Типа почти косарь. Ты корона. Не, давайте я лучше дособираю и куплю корону. Метательные ножички. В прошлой серии мы с вами довольно далеко дошли, мы прошли почти катакомбы. Почти. Не почти, поэтому как-то так. Так, мы открыли походу вот эти, да, с вами проход? Да. Теперь у нас есть метательные ножики. Здесь какой-то у нас ключ с вами. Не знаю, что он мне даст. Ладно, давайте 3 семерки. Ты ж ё-мо, куда-то мы очень глубоко падаем. А что мне нужно было посчитать? Короны? Не, кубки, мечи и солнце? Я забыл, что мне нужно посчитать. Черт. Так, хлебушек. Я статуса яда не вижу. Не вижу статуса яда. Попозже сюда пойдем. Значок добычи. Да, с врагов падает лут. Блин. Прямо в сраку. И это кто? Это что еще за херовина? Ну эти, ладно то. Это что новенькие? Ух ты ж ё, камнюк. Буду в тебя эти кинжалики кидать. Так, еще железо. Еще железо. Так, карточка с критами. Ладно, здесь, в принципе, безопасно. Здесь я могу пройти. При этом... Чупов. Договорился, да? На, не виноват, это не я, а он не прыгнул. Потому что игра немного почему-то фризит. Буквально немного.
Плохая оптимизация. О, еще кто-то. Может, ты точно кузнец? Дум. Надеюсь, ты кузнец. Ну, довольно длинный меч у него. Раплюсь. Еще нужно убить таких где-то 2-3. Время забыл спустить. Вот черт. Это тоже попахивает плохой вещью. Потому что у меня так хп мало стало. Джиджи. А что, джиджи? Миюка. Ясно. Время уходить отсюда. Так, шоумен. Леди и господа, бла-бла-бла, испытайте свою удачу, крутить. Лесо фортуны, да. Удачи. То есть, у меня могут быть плохие бафы и хорошие бафы. Но здесь уже точно на везение. Круто. Ну, на самом деле, здесь можно было потерять КП и вообще не выжить. Готово. Ой, тихо. Здесь лучше заюзать что-нибудь похавать. Хлеб. 50 хп, нихера себе. Добро. Выиграл. Я выиграл. Я молодец. Я убил какого-то босса, летучую мышь. Упс. Упс. А, пустая комната. Мне нужно искать код, ведь так? Блин, я походу только зря это скушал. Хороший. Хавчик. Так, здесь стрелы. Бац. Алло, это что, из атака титанов? Похоже, как из аниме из-за атака титанов. Там такие же чудики. Ай. Ай-яй. Вам потом все равно сбегу отхилиться. Да.
Ах, зараза, он еще и недалеко убегает. Окей. Так, мне нужно было звезды, да, посчитать. Давайте я буду записывать. Это мало ли. Так, звезд у нас здесь походу 4. Звезды, потом у нас мечи и кубки, да, идут. Мечи 5. Да, 5. Ой-ой-ой, я-то атаковать забыл как. И кубков у нас здесь 4. Или не кубки, а грали их можно считать. Так, и поехали. Главное не забыть, куда я иду. Я сейчас уйду далеко-далеко, потом их вернусь. Готово. Тут видите, тоже по-разному. Типа я могу и быстро его кокнуть. В прыжке типа или нет. Крит 47. Довольно неплохо. Там тоже проход у нас есть. Ух. Ясно. Довольно легкая головоломка, что сказать. Так, раз, два. Походу здесь где-то секретная стена должна быть. Сейчас здесь залезем, посмотрим. Я иду просто прямо-прямо. Так, максимум маны. Опа! Это последний участок пещеры. Отлично, все. Можем выбираться в другую сторону. Нет, я залезу обратно. Поднимемся наверх. Так, и запустим код наш. Так. Звезд у нас было 4. Кубков 4. Мечи 5. Значит, еще нет.
собственно, я сейчас понял то, что мне заново придется. А хотя нет, тут не так уж много. Ладно. Тут все-таки не так уж много. Пробегусь. И дальше тогда там залезу наверх. Ну, все-таки, видите, не столько звезд. Сколько написано. Ай-яй. Не зацепился. Значит, нужно удерживать кнопку, лазить. Какие-то часы. Придется куда-то лезу. Да, это походу я наверх залез. Все, я открыл себе мини-проходик. Что это значит? Так, ладно, тогда пойдемте дальше. Там еще у нас есть спуск вниз. Разве я неправильно посчитал? Кажется, все правильно было подсчитано. Ты зараза. Отстань ты от меня. Больше к вам я не приду. Главное не сдохнуть. Еда. Теперь я не сдохну. Опа-на. Сад. Какой-то сад. Ну, мне не хватает того, чего мне нужно. И здесь не залезть. Мне нужно научиться подкату делать. Подкатку делать, чтобы залезть сюда. Ну, видите, здесь теперь у нас какой-то еще проход, типа лес. Не, сада. Какой-то сад. Вверх. Ладно, посмотрим еще раз. 4 кубка. Левелап. 5 мечей. Или мне нужно вообще посчитать, сколько здесь мест. Здесь может быть и больше мечей.
Смотрите, вот этот, кажется, меч держит в руках. Не, не держит. 5 мечей. Вон, еще одна звезда. 5 звезд. У нас теперь, оказывается, 5 звезд. Буду знать. Так, монетки. Но я тоже количество, что у меня было, уже не верну. Тупой скелет. Тупой скелет. Так, не понял, что это за херь. Что-то тут немного сломалось. Но если после этого тоже неправильно, тогда я заюзаю браузер. В кубочках интернет. О, заработало. Ну, погнали, посмотрим. Может сохраниться? Фу. Короче, нужно сходить сохраниться. Сохранюсь и я иду дальше. Так, а мне слететь? Плевать. Главное, чтоб не сдохнуть. Это будет сейчас немного, конечно, долговато. Почему они здесь лифт не сделали бы? Ух, тихо. Быть. Готово. Побежали дальше. Умея. Серьезно. Мне не нравится то, что он какой-то херню пуляет в меня. Какой-то херню он брысается. Зараза. Шаман Кинг сраный. Теперь я вас понял. У нас еще плюс 2 новых врага. Шаман, мумия. Плюс доп.
Опыт. Зараза. Эх, тонуло мое добро. Чувствую, иду я не туда, куда мне нужно. Лошинка. Или это не блошинка, а паук? Но не похоже, то... Ну, сейф. Так, у меня еще тропинка внизу была. Однако я решил что-то пойти по прямой. И пришел я к боссу. Я там... Два прохода есть. Давайте, короче, я вернусь и пойду по нижним. Волшебник. Похоже на блох. Кольцо. Какое-то колечко. Да, нужно было топоры покупать. Нужно было покупать топоры. Топорики. У них хотя бы урон был побольше. Да ё-моё. Тупой кашель. Это ради сундука, да, иду? Поев. Так, это было что-то. Так, мне добавляется атака. Типа понижается урон, но повышается деф. Я за деф. Какое лучше у меня сопротивление к урону будет? Ладно, нужно сразиться с боссом. Да. Не-не-не, он еще затягивает, ё-моё. Ёлки-палки. Готово. Я могу хотя бы дожить до того момента, когда я дойду до конца. Убьем босса, я закончу. Так как у меня сейчас лапки вот эти куриные. Увы, хлеба нету, но так уж уже важно. Так. Сейф. Готово. В принципе, поехали.
улей. Червь дюна. О. Нихера себе. Окей. Так, ёлки-палки, а как мне управляться с ней? Я тебя понял. Я тебя понял, приятель. А. Я тебя очень хорошо понял. Короче, это у нас червяк дюна, как я понял. Вот что я понял, много понял, зато я понял. Да. Убьем мы его с вами, ну, такое. Главное нужно было понять, что, как он атакует, да и все. Давай, поехали. Получил. Воу-воу-воу. Он сразу так начинает меня уже херячить. Тихо. Ай-яй-яй. Тупые червяки. Я застрял. Я не мог. Я просто об эту застрял. Ауч. Ауч. Так, ладно, давайте юзать предметы. Прум. Хром, хром, хром. Нужно бить, 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 бить. Не зря мне разрешат ее мочить дальше. А, все? Максимум хп. Это сейчас серьезно? То есть я только что зря просто скушал курочку. Это то же самое, что было с летучей мышью. Окей. Ну и во что только было две фазы, получается? Даже одна. Так, и следующее это должен у нас быть лес, да? Нет, смотрите, здесь у нас с вами получается какой-то замок. Давайте тогда на этом закончим, а следующую серию продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.